которую погиб герой Советского Союза. То есть два колеса вот у нас уже целые, с камеры даже надута. Эти детали спасло буквально чудо. Больше полувека они лежали в болотах, глубоко под слоем земли и во всех уголках России, где в годы войны шли реальные боевые сражения. Колеса, закрылки и части фюзеляжа, части пешек, бомбардировщиков П-2, из которых здесь соберут новый самолет. Все самолеты, которые здесь вы видите, они были после катастроф. Вот, этот самолет будет с историей, потому что на самолетах погибли летчики. В конечном итоге это судно будет собрано из деталей 17 других П-2, сбитых во время Великой Отечественной. Эти детали находили по всей России, от Карелии до Мурманска. Такие, как, например, этот каркас кабины пилота. Чудом, после военных вылетов он остался практически целым. Восстанавливается все вплоть до мелочей. Мастера полностью перебирают двигатели и стараются вернуть им такой же вид, как после заводской сборки. Он же собирался на 16-м заводе у нас в Казани. И вот мастера электрокарандашом подписывали каждую деталь. И вот до сих пор, вот мы вот с вами 43-го года, но скорее всего в 43-м году был сделан двигатель. Угу. Вот мы прикасаемся сейчас к истории. Из 11,5 тысяч П-2 официально 10,5 собрано именно на Казанском авиазаводе. А этот уникальный экземпляр намерены завершить в простом гараже. Работу разбили на несколько этапов, пока мастера собирают детали. Небольшое накопление материально-технической базы, то есть те же самые станки, какие-то оснастки, вещи, которые помогут для его восстановления. То есть вот первый проект, он идет еще. Вот, я не знаю, как бы мы, наверное, еще год будем работать по этому направлению. На все работы поисковики отвели 3 года. Важно найти все чертежи. В этом им помогают и в архиве авиазавода. Если получится все запланированное, то закончить работу поисковики хотят к столетию республики. Рамиль Шайдуллин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань.